спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» прошел сеанс одновременной игры в шахматы. Мастер-класс провел чемпион города, победитель соревнований различного уровня Александр Токарев. Это соревнования, где все слои населения могут принять участие, то есть дети, молодые люди, пожилые, то есть по своему желанию они могут, это без часов проводится сеанс игры, то есть каждому дается достаточно время обдумать свой ход. Ну и для разнообразия жизни, то есть чтобы повысить немножко культурный уровень нашего города в этом плане. Серьезно занимается шахматами Александр с юности. Тогда он получил свой первый спортивный разряд. Впервые чемпионом области стал в командном зачете. Сегодня представляет Аху не только в областных и региональных соревнованиях, но и шахматных турнирах в рамках спартакиады нефтяной компании «Роснефть». Александр Токарев трудится в обществе «Роснефть Сахалинмурнефтегаз». В сеансе одновременной игры с мастером приняли участие в этот раз всего несколько человек. Но это первый за последние годы подобный турнир. Среди пришедших мастер производственного обучения Сахалинского индустриального техникума Виктор Болтенко, руководитель шахматного клуба Игорь Рыбушкин. Вот сеанс игры по шахматам, он как раз призван объединить как раз вот эти разрозненные группы людей, вот шахматистов, потому что об одних мы знаем, а других нет. А сеанс – это такой демократичный вид, когда вот кто-то считает себя там сильным шахматистом или чувствует себя талант, он может прийти и раскрыться в это время. Вот. И сейчас как бы есть у нас группа, несколько человек, сильных шахматистов, которые профессионально увлекаются шахматами. Есть люди, которые, скажем так, не совсем уверены в себе, но вот это надо их объединить как бы в одно целое, то есть создать такой костяк, шахматный костяк, чтобы уже было проще нам проводить соревнования, готовить команды на выезд там, на первенство области или на другие турниры за пределами города Ахи. Обыграть чемпиона в этот день не удалось никому. Партия закончилась практически чистой победой Александра Токарева. В этих соревнованиях было 2 ничьи и 6 побед мастера. Такие турниры ахинские шахматисты планируют возродить, проводить их чаще. Следующий сеанс одновременной игры наметили через пару месяцев.